В ближайшую субботу в Алматы пройдет сразу два международных матча по регби. Женская сборная сыграет с командой Узбекистана. Любое чемпионство, я думаю, это значимая победа. И мы были неоднократными чемпионами Азии. Я лично была шестикратной чемпионкой Азии по регби 7 и шести или семи по регби 15. В субботу также выступит мужская сборная, которая предстоит сыграть в турнире пяти наций. В решающем матче она встретится с командой из Шри-Ланки.